Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся в ресторане «Гладиатор», и сегодня здесь пройдет концерт, посвященный дню, хотел сказать, защитника Отечества, женскому дню, 8 марта. Спасибо тоже. Спасибо! Спасибо!
Вы знаете, вы наверняка многие догадывались, что я буду, а может быть и нет. Но мы очень старались. Я, честное слово, мне сердце стучало там, пока стоял. А у нас ночует. Да, уже, наверное, знаете, на что мы способны. На самом деле, хочу сказать спасибо вам огромное, что с начала моего творческого пути вы всегда меня поддерживали. На самом деле, это для меня очень многое значило. Но еще раз с праздником, с наступающим, дорогие женщины. С 8 марта вас. Все, все улыбаются. Привет, Светлана Зайцева. Скажи, пожалуйста, как вообще тебе удается организовать такие классные мероприятия? Ой, это самое главное, чтобы должно быть вдохновение. И надо очень любить людей, любить музыку, любить творчество тех, кого приглашаешь на это мероприятие. Любить и уважать. И я вообще такой человек. Я когда в народный махор только влилась первое время, а потом еще народная волна, я влюбилась сразу, все, это мое. Это мое, и когда люди приезжают со всех городов и слышат ваши замечательные голоса, молодежи, ваши, естественно, вот Сергей Сушко, да, Мариночка Селиванова, не только, всем все нравится, все довольны, все еще спрашивают, а когда еще мы увидимся? Спасибо, Свет, спасибо. Мы также влюбились, да. И мы также влюбились. Как впечатление о сюрпризе? Поразительно. Хотя я мне предполагала, когда Свет сказал сюрприз, у меня вот такое чувство было. Ярослав должен быть. Именно с тюльпанами. Вот понимаешь, вот было такое у меня. Ну это Ярослав. Это наш Ярослав. Наш человек, да? Наш человек. Он без этого не может. Поэтому мы вас... Потому что он вас любит. Он нас любит, а мы как его любим. Да. Просто. Да. Там стоял метро. Думал, что уже не буду волноваться, и все равно сердце стучит. Какой-то сорт. Что делал? Потому что скоро праздник на носу, друзья мои. 8 марта. Поздравляем очаровательных наших дам, любимых, милых. С этим прекрасным праздником. День весны. Пусть цветы, тюльпаны западают вам в душу. И пусть мужчины охапками дарят вам их. С праздником вас, дорогие, милые, любимые наши дамы. С праздником! Ура! Сейчас мы пригласим Ярослава Сумишевского на танец. Интересно, согласится ли он? Он сказал, что пойдет танцевать. Кто? Ярослав. Я? Да. Пойдем. Дружко, говорю, красавчик, поет классно и похудел. Жизнь.
Сумишевский. А мы пробуем тортик Ольги Дроздовой, которая подарила, она подарила его Ярославу Сумишевскому, мы едим. Вкусный тортик. Красотки. Нас сегодня снимает очень много-много камер. Идет трансляция просто не только по России, но еще по многим-многим городам. Это и странам, это и Германия, Израиль, Белоруссия, ДНР, Молдавия. Сегодня нас смотрят абсолютно, я не знаю, можно сказать, весь мир. Ну, несмотря на то, что у меня очень много концертов, я до сих пор остаюсь очень стеснительным человеком. Поэтому, когда на меня смотрит столько камер, и когда мне говорят, что это большая ответственность, что много стран, у меня сразу пропадают все слова. Но, дорогие женщины, поздравляю вас еще раз с наступающим праздником, с Международным женским днем, с 8 марта. Повторюсь, что спасибо вам, что у нас есть, спасибо за то, что нас вдохновляете на новые песни. Я вот как... Честно скажу, что когда пою какие-то песни, они у меня в основном про любовь, в основном про женскую, ну, про любовь мужчины и женщины, я всегда вот вспоминаю свою любовь, естественно, это моя супруга дорогая, Наташенька. Наверняка она сейчас смотрит, хоть она и дома, но вы знаете, у меня вот какое сейчас прям такое отступление сразу. Как-то был концерт в Москве где-то, прихожу домой, а она на концерт со мной не пошла. Прихожу домой с цветами, ну, с то, что мне подарили. Там ставим букет, она такая, так, что такое? Ты мне принес вот, да, все цветы хорошие, а вот там букет был один такой, я его увидел в прямой трансляции. Где он? Я говорю, в смысле где? Ну, как бы я все принес. А у меня бывает, что музыкант заходит там и утащил домой. Я тоже бывает. Вот. А вот Герман бывает, когда тоже шик утащил, понимаешь? Я такой думаю, смотрите, вот смотрит же, да, сухого. Какой-то букет не принес, я даже сам не заметил, а она увидела. Вот. Поэтому давайте беречь наших женщин, не будем обижать их, пускай они будут счастливы. Все букеты домой приносите. Давайте передадим Наташе привет. Да, давайте Наташа. Вдруг она смотрит. Давайте Наташе привет. Давай. Наташа, привет! Привет! Прошу вас, все камеры. Здесь прямая трансляция. Субтитры сделал DimaTorzok.
доступные.